дорогие друзья клиники «Эксимер». Я смело могу говорить, что это друзья, потому что несколько месяцев подряд я ваша гостья и приезжаю сюда с большим удовольствием. Удовольствие в том, что как только входишь, появляются улыбки. Я сама такой человек улыбчивый, и мне это все близко. Я бы назвала ваш «Эксимер» в скобочках «улыбка и без боли». Сколько мне сделали здесь процедур, боли никакой не было. Врачи просто великолепные, такие же золотые сестрички. И когда люди очень приятные, то отдаешь им все свое тепло. А тут как неприятность? Сделали капельки без конца. Давайте, давайте. Я готова 2 часа сидеть, принимать эти капли. Лола Александровна так делала операцию, что я вообще не поняла, что лежала там. Далее вторая операция, у меня была катаракта, то же самое. Меня посадили, меня подняли, меня за руки привели. Я вообще не понимаю, неужели такое невозможно везде? Я бы хотела, чтобы это слышали все поликлиники. Если вам понадобится какая-то моя помощь, вас обнять, повеселить, я приеду. И я приеду на будущий год со вторым глазом. Я думаю, что я буду подмигивать и Дзержинску, и Нижнему Новгороду с большим удовольствием. Поклон вам до всей земли!